Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня 22 февраля 2022 года. Вот мы выехали из дома. Мы сейчас находимся в селе Оборонное. Вокруг небольшой лесополосы. Вот цветут подснежники. Мы сейчас будем смотреть, любоваться. И вам покажем. И наша красавица рядом. Да, Пулечка? Пляша. А ну покажи сюда на папу, покажись. Что ты там нашла? Кака? Нельзя. Не ходи по цветам. Тут целая плантация. Вот люди приезжают на машинах и все выходят, смотрят, снимают, фотографируются. Аж такие прям аж красивые, прямо такие большие. Целая плантация. Вокруг. Красиво так. Душа радуется. Уже весна, читает. Пробуждение. Даже тут уже скоро будет цвести некоторые деревья, почки такие раскрываются. А подснежники, конечно, красиво, очень красиво. Пулечка! А, Пулечка! Пуля! Что ты хочешь, доченька? Что ты, моя девочка? Что ты хочешь? А? Куда ты побежала? Ты маму потеряла? Потеряла маму! Пуля, мама не там. Моя ты красавица. Вот пришла. Вон она маленькая моя. Ты нашла маму? Ах, побежала, побежала. Вот моя девочка радуется, прыгает, бегает. Вот так. Сейчас поедем еще дальше. Там еще есть места под снежниками. И там попробуем поснимать немножко. А вот тут нашли небольшой родничок. А вода стекает сверху. И через дорогу сделали тут специально водоотвод. И стекает туда вниз. А внизу там озеро. Недалеко тут. Торопова дача, видимо, туда идет вот эта вода, стекает. А тут уже организовали джип-мотомаршрут. Балаклава, село Оборонное, село Резервное. Вот маршрут, координаты.
тут вдоль дороги уже цветет мать и мачеха. Такие небольшие цветочки, красивые. Вот источник вдоль дороги. А летом тут полностью высыхает. А сейчас, пожалуйста, полноводная. Вода стекает под камней, выходит и потихонечку набирается и уходит опять же вниз туда, в сторону озера. Вода чистейшая. Вот. А вот тут, пожалуйста, цветет кизил. Чуть рановато, но красиво. Да, весна. Показатель продолжения маршрута, сколько куда по направлению. Вот она, наша лопатоночка, идет и маму тащит. Тащит маму. Да. И тут прошли уже 3 километра. Умничка, да? Вот еще один указатель продолжения маршрута. А это уже бывшая проходная воинской части. Вот в таком состоянии. Тут уже новый участок подснежников. Но это территория бывшего воинской части. Бывшей воинской части когда-то было. Размещался казармы. А теперь подснежников. Много тут тоже. Тут памятник стоит с тех времен солдаты, матросы, георгиевская ленточка. Когда-то служили тут ребята, обороняли нашу родину. А рядом небольшая такая аллея подснежников. Мы добрались до городка военного, и тут следующее обозначение, указатели до объекта 100 еще 1,5 километра. А вот хребет. Хребет Улья. Это налево. Вот 1,5 километра, примерно 10 минут. Там наверху, если прямо смотреть, там сам объект, сотка. Ну там, конечно, все уже разрушено. Остались только фундаменты, разрушенные шахты.
левую сторону идет Мысая, а на правую сторону на Балаклаву. А внизу так называемая база отдыха или как-то пляж Инжир. Вот тут нашли колодец, откуда выходит вода. Это, скорее всего, когда-то военные тут обеспечивали себя водой отсюда, с этого колодца. А тут даже кто-то вот, вода чистая-чистая. Источник. Все было придумано.